Привет, друзья! Сегодня расскажу о том, как установить APK-файл на свой телефон. Зачем это нужно? Это нужно для того, чтобы вы могли установить игру или приложение не из Play Market. Например, такой игры в магазине просто нет. Однако вы сразу должны понимать, что ответственность за установку ложится только на ваши плечи, поскольку приложение, которое было установлено не из Play Market, может быть вредоносным. Это телефон от Samsung, но инструкция универсальная и подходит для любого другого Android. Что мы делаем? Мы скачиваем APK-файл на телефон с интернета или переносим его с компьютера, после чего открываем файловый менеджер. В моем случае он называется «Мои файлы». Открываем память устройства и находим наш APK-файл. Тут два APK-файла, установим «Одноклассники». Нажимаем. И видим сообщение. В целях безопасности ваш телефон блокирует установку приложений из неизвестных источников. Открываем настройки. Включаем разрешение для этого источника. Возвращаемся назад. И нажимаем установить. Приложение установлено. Можем открыть, но я нажму «Готово». Давайте найдем наше приложение. Вот оно. Запускаем. Все работает. Есть один нюанс. Заходим в «Настройки». Строка поиска и установка неизвестных приложений. Выбираем это меню. Еще раз установка неизвестных приложений. Находим наш файловый менеджер, а в моем случае это мои файлы. И отключаем разрешение для этого источника. Теперь установка неизвестных приложений для него отключена. На этом все. Если вам помогло это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии.